Конечно, вопрос такой, палка о двух концах. Две стороны одной медали. Потому что, как правило, если смотреть глубоко в века, наверное, и в наше время, в историю, всегда какие-то не самые лучшие побуждения закрывались, наверное, какими-то благородными целями. Да? Те же крестные походы. Ну, это захват земель, да, как в истории их учили. Поэтому запрет на то, что это контролирует, наверное, информационное какое-то поле людей, чтобы они что-то могли не знать. Потому что, с одной стороны, да, конечно, дети могут увидеть там порнографию, но под этой эгидой можно запретить все остальное. Но как человек должен выбирать, человек должен знать, если, опять же, воспитание, опять же, вот... Я уже говорил, сделать страну, там, я не знаю, семью, какие-то вещи, чтобы человек к этому не стремился, какие-то понятия дать. Потому что у нас вот после революции, я так ее называю, ну, 90-е годы, да, все были такие потерянные поколения 90-х. Те, кто жил в то время молодыми людьми, были 14-15 лет, поймут. Потому что когда было все на прилавках, та же порнография, Камасутра, там все это продавалось, там и так далее, все это свобода такая появилась. Но в конечном итоге, как, чем взрослее ты становишься, у тебя появляются какие-то нравственные цели, ну, направления, там, я не знаю, еще что-то. Но вот я много, наверное, говорю, я говорю, не самый простой вопрос, потому что если мы будем это контролировать, и так, вот это смотри, а это не смотри, вот это вот тебе надо туда, а это не надо. Конечно, и все там кричат, детей надо запретить от порнографии, но елки-палки, это от родителей зависит. От родителей зависит чем-то, вместо того, чтобы там лежать на диване, читать газету и пялиться там, я не знаю, смотреть «Дом-2» там или еще какую-то фигню, простите, не. Но займитесь с детьми, поиграйте с ними в настольные игры, сходите на улицу, поиграйте в футбол, тогда никакой интернет, никакая фигня, простите, люди за грубые слова, но тем не менее, никогда не войдет в голову вашего ребенка. Все очень просто.